В годы Великой Отечественной войны из Якутии на фронт было отправлено более 62 тысяч человек. Это лучшие цены нашей республики. Все они герои для нас, для тех, которые остались благодаря им в нашей стране. Но официально звезду Героя Советского Союза из нашей республики имеет 24 человека. 24 человека, которые были призваны из Якутии. Они родились здесь, они работали здесь. Они работали на разных предприятиях, у них была очень мирная, ну, профессия по тем временам. Но в годы войны они приобрели различные новые навыки, которые, в которых проявили себя очень героически. Если взять, например, отдельных персон, героев Советского Союза, то можно вспомнить Сапожникова Владимира Васильевича. Он родился в 1914 году в городе Якутске. И уже с малых лет мечтал об авиации. Всю свою жизнь он посвятил авиации. Он после войны еще долгое время прожил. А во время войны он был бомбардировщиком на дальнее расстояние. Но бомбардировщик это очень такие ответственные задания выполнял. И одним из самых ярких воспоминаний его это были бои за Сталинград. А мы знаем с вами, что Сталинград это самые страшные бои, которые были. До сих пор они считаются самыми страшнейшими. И в истории войн, и в истории нашей страны, конечно. Совершать ночные вылеты, которые совершал он, это был неописуемый подвиг. А он их совершил около 70 ночных вылетов, когда непосредственно прожектором можно было его силуэт его самолета взять. Точными различными ударами, конечно, получалось, что он много раз лишался мотора. Даже его командование считало, что он погиб, потому что то время, которое отводилось на выполнение задания, он не возвращался. Но он, наоборот, он мог даже при наличии одного мотора, он выполнял задание и прилетал обратно. Кроме ночных вылетов, у него было несколько, около 30 дневных вылетов, когда непосредственно при дневном свете, когда все видно, он совершал бомбардировки по сосредоточению противника. Это то, что он вызывался на выполнение этих заданий, а это были добровольные в большинстве своем, потому что все понимали, не из каждого вылета летчик может вернуться обратно. А он их выполнял и остался еще жив. Это наш земляк. Кроме этого, мы можем вспомнить героизм Лонгина Владимира Денисовича. В очень трудных условиях, когда наши войска форсировали Днепр, сумел одним из первых тоже прорваться на территорию, которую было дано задание захватить. В его части, в части непосредственно, когда сказали, кто добровольно скажет, ну, первым прорвется, наш земляк выступил вперед и сказал, что он продержится. И в течение нескольких суток он удерживал прорыв фашистов. Он был пулеметчиком станковым, и за то, что даже за один бой непосредственно, за его личным счетом, считается около 80 противников. Это было очень большое количество, и за это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За то, что он одним из первых прошел на соответствующую дочку и его удерживал. Но, к сожалению, его настигла смерть, и мы до сих пор не знаем точно, где он захоронен и что с ним случилось. Он пропал без вести. Есть еще герой Советского Союза, наш земляк, это Краснояров Клавдий Карпович. И здесь его бессмертный подвиг заключался в том, что он своим телом закрыл амбразуру. Это произошло в ходе операции около деревня Большая Листвень в Украине. Было дано задание, чтобы деревня была очищена, но там оказались пулеметные дзоты, которые охраняли противники. Конечно, нужно было их
прикрыть, и командир поставил задачу. Кто из добровольцев непосредственно может этот огонь прекратить? Наш земляк, он выступил вперед и сказал, что непосредственно он сможет это сделать. Вроде бы расчет был очень хорошо сделан, когда он подполз непосредственно к амбразуре, он бросил гранату и произошел взрыв. На несколько минут амбразура замолчала, но оказалось, что по всей видимости, кто-то остался в живых, и амбразура снова начала бить по нашим, не давая нашим солдатам пройти вперед. И здесь было принято очень страшное на тот момент решение – это закрыть своим телом амбразуру, что и сделал непосредственно Клавдий Карпович. Он своим телом закрыл амбразуру и помог нашим частям прорваться вперед и захватить тот населенный пункт, который непосредственно было дано задание освободить от врага. Есть подвиг непосредственно Шавкунова Георгия Ивановича. Он сапер. Он в годы, мирные годы у нас работал в органах связи. И когда был призван на фронт, ему было уже достаточно лет, ему около 30 было. И многие считали, что в этом возрасте он уже такой солидный человек. И говорили, что он проявлял определенную такую недюжую силу и был примером для молодых солдат. При этом он удивлялся тому, что он в профессиональной связи с его направили на обучение в саперы. А сапер был на тот момент очень важной части. Хотя он в первых письмах своим родственникам говорил по поводу того, что сапер это, по всей видимости, тыловая служба, там, и его учитывает его возраст, его оставляет на такие простые задания. Но в ходе боев он убедился и понял, что от сапера очень многое зависело. Он ставил различные мины, разминирование производилось. Но Героя Советского Союза, звезду Героя Советского Союза, он получил за то, что в ходе тех же боев за Днепр нужно было форсировать реку. Перед саперами была поставлена весьма страшная задача. Это поставить мосты, соорудить такое сооружение, по которому можно было пройти моторизованным нашим частям. Это было невозможно, с одной стороны, считалось, потому что огонь велся очень бесконечный, это стрельба, и к тому же течение реки, все могло непредсказуемо вестись, и нужны были, конечно, опять добровольцы. Наш земляк вызвался, он решил, что он может это сделать, и начал участвовать в сооружении этого понтона. Когда в наградном листе, который он потом после этого получит, было написано то, в каких условиях он все это делал. Нескончаемый поток огня, стрельбы, а они сооружают из подручного материала. Самое интересное было, страшное, потому что, получается, этот материал нужно было добывать непосредственно под огнем противника. Но по описаниям нужно было срубить все, что находится в ближайшем окружении, все это связывать, все это сооружать таким образом, чтобы выдержало технику. И в ходе того, что они это строили, произошло точечный удар, и то, что они сделали, оно разорвалось. И течением начало уносило очень большую часть того сооружения, которое они сделали. А материалов было очень мало, и наш земляк Георгий Иванович, он принял вообще бесстрашное тоже решение. Он своей силой, физической силой, он удержал уплывающие части понтона, вновь их объединил. Но здесь помогли ему его однополчане, которые выступили вместе с ним, и три человека за счет того, чтобы они сумели объединить все эти части и выполнили задание, он получил звезду Героя Советского Союза. Но в дальнейшем
в боях за Польшу, у него было дано задание, чтобы он расчистил от мин непосредственно поля сельскохозяйственные. И случилось страшное. Сработала мина. Но мина сработала не за счет того, что он ее не разминировал, а за счет того, что как раз в этот момент на этой территории началась бомбовая, бомбовые удары пришлись, и разорвалась мина, которая оказалась рядом с ним. И сапер до конца выполнил свое задание. Есть героические описания еще подвигов нашего разведчика, нашего земляка Колбунова Владимира Акимовича. Он был шахтером до войны, и когда призвали его на фронт, он оказался в разведывательных частях. Разведчик обладал недюжинной тоже физической силой. И есть описание, воспоминания того, что оставил он после войны. Он всю войну прошел от начала до конца. И страшное описание того, как он попал даже в плен. Это произошло в ходе Курской битвы. И разведчикам давалось задание по поводу того, что нужно обязательно, конечно, основное задание – это найти хорошего языка офицерских чинов. И он однажды, выполняя одно из таких заданий, оказался в плену. Оглушен. Это получилось тоже весьма, так сказать, темное время, а выполнялось обычно ночные разведки. И когда он прорывался блиндажам противника, там начались перестрелка, и его товарища ранило, убило, а он в момент оказался оглушен и оказался в плену. Его затащили в блиндаж, скрутили, конечно, началось здесь наоборот его пытки. А оставшийся в определенный момент, того, что он увидел, что некоторые немцы отвлеклись и на столе лежит автомат, он схватил этот автомат, убил тех, которые вроде бы охраняли его, и офицера привязал, и на своем плечах унес того офицера, который его пытался допросить до этого. И этот офицер оказался весьма ценным языком. И в ходе выполнения этого задания нашему земляк был представлен награде соответствующей. Он герой Советского Союза получил тем, что вызывал в ходе одной из разведок, он вызвал огонь на себя, потому что нужно было непосредственно помочь наступлению нашим частям. И его разведка, когда начала форсировать Днепр, они нашли более подходящую территорию, местность, по которой могли пройти наши войска. И вернув отдельные части, сказав, что он здесь остается и будет показывать путь, он сосредоточил сведения по поводу того, что можно удары непосредственно подать по тем территориям, близ которого он находится. За такой героический подвиг он, конечно, удостоился звезды Героя Советского Союза.